Значит, девочки и мальчики, у нас сегодня съемка. И у модели небольшой пушок над верхней губой. И вот здесь такой был намек на монобровь. Вот мы все вот этим триммером очень-очень быстро убрали. Легко? В общем, даже ребенок может этим обращаться с этим и не порежется, и вообще все хорошо. Так что можете не бояться. Всем рекомендую.